установила стоимость паломнических услуг для хаджа в 2022 году. После чего хадж-оператор Дагестана Марва Тур объявил о своих ценах. Так, базовая программа «Эконом-комбинированный» стоит $4700. Паломники из Махачкалы полетят в Дубай, а оттуда на автобусе будут добираться до Медины. Напомним, Дагестан в этом году традиционно получил самую большую квоту на хадж среди субъектов России. В паломничество к святыням ислама смогут отправиться более 4500 жителей республики.